Здарова, игроманьяки, с вами Джейсон, и это канал True Mania Games. Мы начинаем прохождение игры в Destiny 2 на ПК-платформе. На нашу планету напали злобные инопланетяне. Мы снова выступаем в роли стражей, и на этот раз я выбрал охотника экзо-мужчину. Чтобы у вас не возникало ничего вопросов. Не понимаю. Кабал обычно покоряют системы, взрывая планеты. Что бы ни было их целью, она здесь, в последнем городе. Не удалось мне ее спасти, к сожалению. Говорит командир завала. Мирные жители, явитесь в эвакуационные пункты. Стражи, сбор на площади. Наш город не падет. Воодушевляюще он сказал, я с ним согласен. Мы не можем это допустить. Кейт! Эй, привет! Привет! Я тоже так завалы хочу. Завалы геройствуют на площадь. Я на свидании с тем, кто это затеял. Я побыстрее. Ой, а можно я тоже с тобой, а? Ну, боже мой, как круто это было. Это, видимо, вызвавшее... Мой арсенал открыт. Из него иди по тропе к ангару, откуда сможешь попасть на площадь. Я позабочусь об этих. Если кабал хотят войны, у тебя меч. Они ее получат. Кабалы напали на нас, значит. Автомат, автомат. Тут кругом один сплошной автомат. Не, ну я бы, знаете, как-то не против с пистолетом походить со своим. Все, можно выдвигаться дальше. Я же все-таки охотник. Нет, это хрень какая-то. Где мой пистолет, которым я так делал клево пиу-пиу? Я же охотник. Черт побери. Ну ничего не пойдешь, будем выдвигаться дальше. Бросить гранату. Для гранаты еще не время, ребят. Спасибо за подсказку, конечно. Режим эвакуации синь-синь. Это не учебная. Прям синий-синий. Всем мирным жителям проследовать в зону эвакуации. Даблджампинг сейчас был исполнен прямо в сеточку. Ну так-то мне было больно сейчас. Техническое оружие становится дополнительным уроном противником со щитами. А, то есть у меня кулдаун на мои способности, хотя я совершенно не планировал использовать. Я уж не знаю, нужно ли здесь прицеливаться, но я и так неплохо попадаю. Так я буду попадать еще лучше. Минус щит. Ну и минус противника. Че это за пукалка такая? В целом, в общем, конечно, неплохо ложатся. Ты только посмотри на эту махину. Должно быть, это их флагман. И что ты предлагаешь нам сделать, мой маленький друг? Ну, все это мы с вами видели на бете, когда я играл еще на PlayStation 4. Было чудовищно неудобно. Сейчас гораздо лучший результат можно показать. И пройти это гораздо быстрее. Куда же ты? Главное не увлечься и следить за состоянием КП. Так-то на минуточку у меня уже появилась суперспособность.
как ее активировать? Взгляни на странника. Чпоньк-чпоньк присоединится к завале на площади. Так, ну я, собственно, этим и занимаюсь. Так, мой призрак называет этих кабал Красным Легионом. Икора, что у тебя? Они элита. Безжалостная. Говорят, они не знали поражений. Сейчас узнают. До этого дня. Сегодня им противостоят стражи. Но завала. Они штурмуют странника. Странник подождет. Мы защитим своих людей. Любой ценой. А вот так вот выглядит как бы планета Земля. Или это не Земля. Ну, в общем, наш дом. Наш нынешний дом. Неожиданно. Ребята, Красный Легион силен, но мы сильнее. Будем обороняться, пока последний житель не покинет город. Я готов, а ты? Берегись! Отступай за мой щит! Удерживай ворота! За ними наши шаттлы! Я всегда готов. Чтобы использовать суперспособность, нажать нужно всего лишь F. Это ваншот. Ну как-то быстро закончилось. То есть спать нельзя в этот момент. Надо не спать, надо лупить. Лавки разбегаются, но тут нам заканчивались еще игроки, которые нам помогают. Удерживаем оборону. Флагман следующий в моем списке. Стоим здесь, пока никуда не расходимся. Снаряды! Укройся за моим щитом! И одно вопрос. Патроны кончились, тут проблема. Красного Легиона подкрепление. Покажи им, на что способны стражи. Я способен на многое. Ну как бы минус 3 я могу сделать быстро. Но не более того, чем по всему. Вдруг дай патронов. А теперь у меня есть куча патронов. Потом статистику, мне интересно посмотреть. Завала, отбыл последний шаттл. Но глашатая никто не видел. Я попытаюсь его найти. Я буду удерживать площадь. Иди с Икорой и найди глашатая. Так точно, командир. Let's go! Это я зря, что ли, сейчас ушел? Я с ними разберусь! Идем дальше. Мы не можем потерять глашатая! Дайте вам бомбу! Нам пора! Ребята, нам сюда, парни. 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 Как бы, да, было сказано, ребят, нужно идти дальше. Но мы вроде как с ними сейчас как раз-таки расходимся и уже входим в одиночную сессию. Для одержания только и одоления этой волны нам дали напарников. Икора! Глашатая нет.
Красный Легион, больше мы ничего вам не отдадим. И пощады от меня не ждите. Пощады не ждите. О, не, я тоже так хочу. Я понимаю, страж. Она найдет глашатая. Нам надо добраться до флагмана. Отправляйся к Северной башне. Я пошлю за тобой Аманду Холидей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну пока с нами не торопись порадовать нас какими-то катсценами или чем-то подобным. Пока мы просто пробиваемся сквозь толпу врагов. Только вперед и не шагу назад. Холидей в пути. Нужно избавиться от этого корабля. Ауч. Рид зашел. Мне сказали, тебя нужно подбросить. А что, есть такая возможность? Погнали. Я ж только за. Может быть, сейчас нас порадуют катсценой? Завала, со мной твой страж, о котором ты все трындишь. Доставь их на флагман! Живо! Держитесь там! Давай, здоровяк. Действуй же. Ну все, страж, пора задать им по полной. Всегда готов. Просто нужно было попросить. Весьма продолжительные загрузки, я должен сказать, несмотря на то, что загружаемся мы с SSD диска. Супер знать, активен. Когда они уберут щиты, и мы им врежем по полной. Текущая цель. Отключи щиты. Йоу. Здорово, мужик. Рад видеть. Помочь. Дай-ка мне взглянуть. Какая? Это голограмма. Давай. Так, генератор щита должен быть в нижней части корабля. Ну, я думаю, ты меня догонишь, я не буду тебя ожидать. Куда ты собрался? Ну, стой. Нет, могу, конечно, вас и так вальнуть. Умри. Он куда-то спрятался. Дается мне, он восстанавливал себе щиты. Но это сейчас было грубо с твоей стороны, дружище. Просто так встречают гостей. Вижу твою голову, вижу твой большой, прибольшой. Ну, вроде как помер. Эй, доложить обстановку. Я всех убил. Патроны кончаются. И огненная пушка начинает подводить. Что-нибудь слышно от Экоры? Как отправилась на глашатаем, ни слова. Стройся со мной! У вас там жарко, ребят, хочу к вам. Одному мне здесь скучновато. Знаете, прям хочется... Жалко, нужна перезарядка, иначе бы я зажал просто маус один и бесконечно шел вперед.
Здорово, друг. Поджог. Хедшотик. Как у тебя воткнул-то? Нормально, красиво же было. Страшно, только не могу понять, откуда они могут пойти. Судя по всему, пойти они могут откуда. Что, мягко говоря, не очень здорово. Тебе больно? Я надеюсь, что тебе больно. Не попадешь. Патроны кончились. Чуть-чуть ты не хватило. Пошел ты в жопу. Ты пошел в жопу. И все вы, ребята. О, вот это вот сейчас прям больно. Надо немножко подлечиться. Набавь патрончиков и дальше. Конечно, можно было ульту сейчас включить и просто сделать три маленьких выстрела. Где ты там? Ух ты, мужики! Так, минус. Вот человек, человек меня вот этот не внушает наверие. Минус. Минус и минус. Еще сверху. Неожиданно. Не могу сказать, что очень рад тебя видеть. Скорее совсем наоборот. Тревожная музыка играет здесь, и нам нужно куда-то, видимо, выше. Было бы прикольно, если бы я сейчас куда-то улетел. Да нет, ниже все-таки. Или выше. Куда надо-то? Чтоб я попал ниже. Генератор щита должен быть. А вот это я грохнулся. Установите мне это, пожалуйста. Отлично, спасибо большое. Я же гнав. Никого вроде. Здорово, мужик. Эффектное появление. Ауч, ауч. Прям больно-больно. Опять патроны кончились. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Готов. Сопчик, голубчик. Дрянь-ка. И сразу туда с патронов накинули нам. Ладно, уничтожь турбины. Щиты должны вырубиться. Да, минус одна. Турбина. Так, я здесь ничего, что я вот так вот пройдусь. Ауч, ауч, наверх. Температура поднимается. Вторая. Сработало. Ничего, нормально. Блин, как-то хочется поманевреннее, что ли, быть в воздухе. Такое маленькое пожелание. Все рвануло. Получилось! Щиты отключены! Так. Завала? Завала. Команда, мы поднимаемся! Команда! Отвечайте, команда! Команда. Заставляете! А, Аманда! Не команда, а Аманда! Черт побери, откройте мне!
Что же мы будем делать? Уже ничего. Добро пожаловать в мир без света. Страж, что происходит? Не смей смотреть на меня, ничтожество. Твой род слаб, разобщен, дрожит от страха за стенами. Это не смелость. Вы просто забыли о страхе смерти. Позволь, я тебе напомню. Вы, стражи, недостойны дарованной вам силы. Я Гоул. И теперь ваш след. Вот такое вот начальце. Не, ну на самом деле, как бы не старались, молодцы, конечно, переводчики, обработка голоса, все очень круто, но оригинал звучит все-таки поинтереснее, мягко говоря. Ну вот мы встретились с нашим, наверное, одним из главных злодеев, некто Гоул, который вторгся, просто беспардонно всех уничтожил и практически убил нашего главного героя. Но, судя по всему, наш-то герой должен выжить в любом случае. На его спасение, возможно, нам сейчас предстоит и посмотреть. Ну да, вот он. Где-то в кратере, несмотря на то, что силы покинули его. Страшно, так просто не сдается. Где мой спутник? Ну, он раненый. Просто бредет вперед. Возможно, где-то я смогу его найти. Он же не может просто так взять и погибнуть, правильно, на самом начале. И нам не дадут же играть за другого игрока. За другого персонажа. Но пока я не вижу. Может быть, где-то что-то как-то промелькнет. Мы же падали-то с ним... Из одного места? Ха-ха.
конечно, войска здесь гуляют как у себя дома. Вот, уже подаются сигналы. Я здесь. Страж. Ты жив? Я думал, я тебя потерял. Я могу тебя лечить, но я не могу воскрешать с того момента, как... Патронов-то нет. Свет исчез. Они захватили город. Странника. Все. Красный легион убивает стражей без света. Нам нужно отсюда выбираться. Отвоюем город. Отомстим за падших братьев. Ты, главное, не переживай. Ты же все-таки... Я засек аварийный сигнал. Призрак. С координатами места сбора. Жители планеты эвакуируют. Мы сами по себе. Как-то очень негативное, знаете, такое пессимистическое начало и отдает депрессией. Суровой дозы депрессии. Нам дают, как бы, наверное, посозерцать графические прекрасности. Все-таки у Destiny довольно неплохой игровой движок, и картинка тоже весьма неплоха. Так было тогда, когда первая часть только выходила, но, к сожалению, со второй части мало что изменилось. Без света у них не было ни единого шанса. И мы могли так. Страж, если ты умрешь, я не смогу тебя воскресить. Нужна предельная осторожность. Я тебя понял. Играем по стелсу. Не лезем на рожон. Ни хрена. Но я не умру. Ты же будешь меня лечить, в конце концов. Ну давай. Где ты? Еще быстрее. Самое прикольное, что из них валятся припасы. Новая цель. Следовать заведениям. За каким таким еще видением? Я-то пока ничего не вижу. Призрак, скажешь что-нибудь? А нет, просто очередной экран загрузки. Но музыка красивая. Сумеречный брешь. Через неделю после нападения ниты летят. Что, преследует нас? Он указывает нам путь, призрак. Или мы преследуем его? Я выбираю второй вариант. Не хотелось бы тут грохнуться. Блин, ну смотрите, ну вот эта картинка, я считаю, очень крутая. Такие виды открываются. Чувствую себя, знаете, с неким ассасином. Чем-то похоже. Концепция передач. Но музыка поистине геройская.
Неожиданно. Неожиданно, но атака отбита. Сокол, где ты, Сокол? Я лучше обойду. Хватало мне еще здесь грохнуться невзначай. Но здесь, наверное, придется прыгать. А вот и он. Блин. То есть это было так задумано, что я не допрыгнул, что ли, оттуда? Такой хороший страж и валяется на земле. Ха-ха-ха-ха. Дела и правда плохи. Ой, боже мой. Выдвигаемся. О, но, постой, куда? Куда вы летите? Как можно дальше отсюда? А наш страж, он не разговаривает, судя по всему. Это твой сокол? Так это твой сокол. Я Хоторн, а это Луис. Наш лучший пилот. Ну а ты летишь с нами? Что за вопрос? Конечно, это я лечу. Это тебе пригодится. Спасибо. Пора заняться делом, страж. Так, заводите моторы. Впереди долгий перелет. Ну вот, видите, силы сопротивления никуда не деваются и всегда остаются. Всех не перебить, не истребить, и мы отвоюем свое рано или поздно. С вами был Джейсон, канал Трумани Геймс. Не забываем ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Увидимся в следующей части. Всем удачи и пока. Видишь, странник? Видишь, чего я достиг? Озари меня светом. Займи место в сердце моей империи. Услышь меня. И воины Красного Легиона станут твоими стражами. Доминус, город захвачен. Кто сбежал, тех уже ловят. А глупцы, что решили остаться, уже казнены. Победа, как и все прочее, по праву твоя. Это не только моя победа, но и твоя, мой друг. Все, что нам осталось, это завершить строительство клетки вокруг этой машины. Тогда мы сможем начать выкачивать из нее энергию и направлять ее в нужное русло. Они зовут ее Странник. Я уверен, что другие цивилизации дали бы ей более подходящее имя. Ее силу можно контролировать и использовать. Мы с тобой это доказали. И все же они считают ее богом. Доминус. Гоу. Мы с тобой положили всю жизнь на то, чтобы изменить наше общество, перековать наш народ, возродить империю, почти разрушенную жадностью и порочностью Калуса. Ты величайший из правителей этой вселенной. Красный Легион покорит мощь этой машины, и тебя нарекут императором. Что еще может желать Доминус? Я желаю поговорить с моим гостем.
странника. Приближаемся к европейской мертвой зоне. Теперь наш дом здесь. Смотри, узнаешь? Именно туда нам и надо. К той штуке? Ее зовут осколком странника. Но я зову ее местом, куда лучше не соваться.